Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа Б. Проповедники и писатели рекламируют учение Христа как то, что якобы дает ответы на все вопросы и душевное блаженство. А неверующие считают, что христианская жизнь, наоборот, скучна. Верующие запуганные, несчастные. Где правда? Чего ищет человек и что дает Бог? И должны ли христиане быть счастливыми? Это обсуждаем прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня, дорогие друзья. Пятница, 13-е, и программа «Б» в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях снова... Опять. И заново. Дарья Косинцева, я забыл. Я же учил твою фамилию, как правильно произносить. Ударение при мне повторял раз 20. Да. Писатель. Мы уже тебя обозначаем как писателя, правильно? Договорились. Да? Можно сказать тогда селебрити, популярный писатель. Да, широко известный. Широко известный, да, востребованный писатель. Вот, Дарья... судя по Инстаграму, просто очень востребованный. Да, постоянно какие-то поездки, ну, какие-то города. Специфику свою имеет, да. У меня там вообще одни книжки, а у Даши... Судя по Инстаграму, все модели и путешественники, поэтому... Да. Ты только читаешь. Я только читаю. У меня по моему Инстаграму только сплошные книжки. Я только сижу с детьми и больше ничего не делаю, судя по моему Инстаграму. Раз в несколько месяцев выкладываешь фотку с дочкой. Да, да. В общем, больше ничего не происходит. А судя по Дашиному, она только делает, что ездит. Приятно смотреть. Сидишь дома с книжкой, откроешь Инстаграм. Хоть кто-то путешествует. Хоть мир посмотреть через твой Инстаграм. Вот еще очень важно, когда смотришь Дашин Инстаграм, ты понимаешь, что вот человек счастлив. Ездит. В Инстаграме, да, вот сейчас вот она зашла, на ней лица нет. Говорит, что-то устала она. Все на месте вроде. Устала. Весна, витаминоз. Ребенок. Ну, ребенок. На шее сидит. К ребенку я уже привыкла. Эпиктет к нам присоединяется. Очень древний, очень греческий философ. Счастье, как осенние плоды, следует срывать вовремя. Вот как мне нравятся греческие философы, как они
красиво, и как будто вот он мой современник, как будто он знает все эти проблемы в нашем обществе, вот. Все точь-в-точь. То есть вот здесь ты увидел все проблемы нашего общества? Нет, вообще, вот они в целом так вот выражаются точно. Потому что все люди стремятся к счастью и хотят нахапать его побольше и как можно быстрее. И путают часто счастье там, просто с удовольствиями какими-то мимолетными или еще чем-то. Вот в этом во всем будем разбираться сегодня вместе с Эпиктетом и нашими слушателями. Приглашаю наших слушателей присоединиться. Как вы думаете, должен ли христианин быть счастливым? Это первый вопрос. И второй вопрос, а счастливы ли вы? Не могу. В общем, счастливы вы вообще или нет? Поделитесь. Кстати, уже телефонный звонок. Может быть, к нам счастливый человек звонит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Вот вы сказали, что христианская жизнь, ну, христиан скучная, да? Ну, то есть такое мнение, да. Сплошные запреты, потому что. Да. Ну, понимаешь, еще вопрос. Не скучная? А ведь есть же покаяние, понимаете? Бог же поймет нас, если мы еще не можем справиться с некоторыми грехами, да? У нас есть возможность покаяться, вот и все. Жизнь нормальная, ничего скучного нет. Замечательно. Ну, Владимиру не скучно. И слава Богу. В принципе, один миф уже разрушили. Раз, и все. Да. Вот, ну, на самом деле, все о счастье. Даже как ты считаешь, решает покаяние все проблемы человека? Ну, ты сразу в последний мой вопрос задаешь. Ну, видишь, как я думал, удачно позвонил Владимир, и я зацепился. Да, Владимир говорит, что покаяние перед Богом. Хорошо, давай пойдем по твоей модели. Я искренне завидую Владимиру, что у него решили все проблемы. Ну, я бы вот так линейно, наверное, не сказала. Покаяние — это как вот ты сидел в болоте и вдруг вышел на какую-то адекватную дорогу, по которой ты можешь идти. Это не значит, что ты пришел сразу. У тебя вытащили из болота за шкирку и сразу там на трон золотой посадили. Ну, тебе еще обсохнуть надо для начала. Да, обсохнуть надо и дойти куда-нибудь. И пованивает от тебя еще пока. Конечно, да, но все равно по сравнению с тем, как ты сидел в болоте и вообще не знал, куда дернуться и как себя отсюда вытащить, это совершенно иное состояние. А как Мюнхгаузен сам себя завался, никак не получается вытащить. Ну, это метафора. Вот да, да. Я понимаю. Такая гуманизма. На мой взгляд, покаяние — это начало очень длинного пути. Я помню, в интернете появлялись такие, ну, для меня грустные, для кого-то веселые фотографии с какого-то праздника, где там было написано, значит, кажется, если ты православный, то у тебя всегда будет все хорошо на работе, детки болеть не будут, в общем, ну, все у тебя в жизни будет отлично. Да, то есть вот если вот таким вот образом рассуждать, то я с этим, конечно же, не согласна. Вот это некое такое магическое мышление, значит, поколдуй, и будет тебе, значит, счастье, здоровье, в общем. Угу. Но такого нет, конечно. Но, по крайней мере, глядя на себя, вспоминая свой опыт, покаяние — это то, что, по крайней мере, дает тебе некое понимание, некое направление, некую цель, а не вот это вот бесконечное барахтание в одних и тех же проблемах, в одних и тех же страданиях. Хорошо, а теперь издалека начинаем. Заходить с другой стороны. Все говорят о счастье. Ну, не все, ну, так или иначе. Да все желают, говорят желают о счастье. Же друг да друга. С днем рождения, счастья, здоровья тебе. А что, собственно, такое? Как люди это понимают? Что это для большинства? Вот, ну, давайте попробуем просто представить. Даша. Ну, на самом деле, счастье такая странная штука, так же, как и любовь. Вроде бы все хотят, и все интуитивно понимают, что это, но вот определить точно никто не может. Вопрос в том, как люди пытаются этого счастья достичь. Да? Вот ну, интересно, как? Что они не знают, что это, но пытаются все достигнуть. Да, но всем они желают. смотрят на других. Вот, наверное, у него крутая машина, наверное, он счастлив. Вот, наверное, куча денег, наверное, он счастлив. Вот у него крутые шмотки, наверное, он счастлив. И проблема в том, что мы всегда оцениваем ну, какое-то внешнее. Вот он все время улыбается, такой счастливый. Да. Но очень сложно человеку в душу заглянуть. И люди, вдруг добиваясь всех этих внешних признаков благополучия, себя обнаруживают ничуть не более счастливыми, чем они были до. И наступает разочарование, появляются какие-то новые цели, которые вроде бы должны принести счастье, и которые не приносят. И, в общем-то, эта гонка, она может быть просто бесконечной. Гонка вот этой цели и разочарования. Ну, это смерть же только она известная, да, штука, что самые несчастные люди это и подверженные депрессии, это комики.
Да, там мы такие, значит, вот вроде бы на позитиве, постоянно дарящие людям ощущение веселья и бесшабашной жизни. А что такое для тебя само счастье? Вот, ну, если уж мы говорим, что нету абсолютного понятия, то хотя бы ощущение какое-то внутреннее. Ну, если попытаться описать, я не знаю, это ощущение некого спокойствия, осмысленности, ну, не знаю, может быть, солнечности, радостности. Я еду вчера в автобусе, мне нравятся люди, мне нравится на них смотреть, меня радует, что, ну, ситуация, казалось бы, не располагающая к какому-то бурному счастью, да, я еду в автобусе второй час с работы домой. Но вот это чувство, оно на самом деле мало зависит от внешних обстоятельств, оно как-то вот внутри рождается и, в общем-то, всю обстановку вокруг тебя освещает. Mm-hmm. Вот скажи, Даш, а ты вокруг себя много видишь красивых и счастливых людей? Обычно, знаешь, вот люди на контрастах вот говорят, вот, ну, уедешь там вот за границу, вот там вот все улыбаются, все mm-hmm. вот тебе рады, прежде всего все хмурые лица, все злые, все вот такие. А вот как считаешь, ты вокруг себя сколько видишь людей счастливых и красивых? Красивых и интересных очень много. Насчет счастливых не сказала бы, что много. Иногда смотришь на лица людей и действительно очень грустно за них. И понимаешь, что они вот настолько сейчас загружены, что просто не в состоянии, не знаю, почувствовать момент, почувствовать хоть какую-то радость. Ну, радостных людей я тоже вижу, я бы не сказала, что Россия — это прям такая сплошь депрессивная страна. Я всегда думаю, что если человек сам в депрессухе, то он вокруг себя больше видит депрессивных людей, безнадёги. А если ты становишься сам счастливее, то и счастливых людей как будто бы вокруг тебя больше. Сразу вспоминается «Хроники Нарнии», «Последняя битва», где одна из финальных сцен, гномы, которые сидели в грязном хлеву, потом мир заканчивается, и они оказываются в райском саду, они продолжают, они не видят райского сада, они видят только грязный хлев, вокруг они не видят пира, они говорят, зачем ты мне суешь в рот грязную солому? Вот у меня... То есть как будто бы это внутри, это mm-hmm. ощущение. У меня просто друг есть, Александр Мчасовский, он живет в Канаде, он когда приезжает сюда, в Россию, вот мы с ним встречаемся, мы встречались буквально вот на прошлой деле, я как раз сбегал между эфирами с ним встретиться, пообщаться, и он тоже мне сказал, он говорит, я иду по Москве, и говорит, столько радостных и красивых лиц вижу, понимаешь, то есть это вот, и у меня то же самое ощущение, и у меня просто такое, ну, я солидарен с Дашей в том, что если у тебя внутри есть это ощущение красоты и радости, то ты это и видишь вокруг, и, собственно, и видишь радостных, счастливых людей. Ну, счастливых не знаю, насколько, да, потому что это очень сложно, но, по крайней мере, красивых видишь. Игорь, твоя любимая австрийская писательница Мария да. Эбнер Шенбах. Кто не может отказать себе ни в одном удовольствии и никогда не узнает счастья? Чего только не узнаешь вот на радио Теос о себе интересного. Про своих любимых писателей, например. Мне очень мысль понравилась, когда я на нее наткнулся. Кто не может отказать себе ни в одном удовольствии, никогда не узнает счастье. Вообще противоречит обычным таким банальным жизненным установкам, потому что счастье считается некой совокупностью... Свободы. Счастье — это свобода. Во-первых, удовлетворение базовых потребностей, все, то есть ты защищен, у тебя все есть, плюс сверху надстройка некой совокупности удовольствий. Ну, и плюс больше, счастье — это свобода, да? Вот ты свободен выбирать себе удовольствие, выбирать себе комфорт. И выбираешь, и получаешь их. То есть ты свободен, ну, у тебя есть деньги, чтобы их получить в том числе. Поэтому деньги сюда тоже относятся, к счастью. Вот, казалось бы, вот оно, про удовольствие, про что-то такое вот сладенькое, приятненькое. А она говорит, кто не может отказать себе, тот вообще никогда счастья не узнает. То есть почему без самоограничения мы не узнаем счастья? Даш, как ты думаешь, ты согласна вообще с Марией Шенбах? Да, безусловно. Я не могу, как бы, я не поддерживаю того взгляда, что христианин — это вот обязательно человек, закопавшийся по горло там в землю, только таким образом живущий. Нет, я ведь, например, тоже живу, ну, то есть... нормальной какой-то мещанской жизнью. Но по поводу удовольствия... Мещанская здесь... жизнь. Да. Здесь же есть другая крайность. То есть любое удовольствие — это своего рода наркотик. Наркоманы, они вот мгновенно получают огромную дозу удовольствия, да? Угу. Но становятся ли они счастливыми людьми? Безусловно, вроде как нет. Безусловно, нет. Спроси они... любого наркомана, он тебе не скажет, что он счастливый. Да, но тем не менее он получает, да, прям в вену себе огромную дозу удовольствия.
гораздо большую, там, чем, наверное, любой из нас может получить с помощью обычных средств. Даже я съев там 100 пирожков, условно говоря. Вот. И вот этот пример наркомании, он на самом деле, мне кажется, хорошо показывает этот механизм. То есть удовольствие само по себе, наверное, не дурно, но вопрос в том, что иногда оно нас лишает вот, абсолютно верно свободы и лишает какой-то возможности стать по-настоящему счастливыми, по-настоящему реализоваться, и как бы крадет у нас нашу жизнь. Есть, кстати, я вспомнил замечательную книжку, раз до эфира говорили про книжки, возможности и невозможности их читать. «Книжный вор» Мартин Зусак, такой австралийский писатель с австрийскими корнями. Опять же. Да, опять же. И он описывал такую пару во времена вот, фашистской Германии. И такая сварливая жена, и просто добряк муж. И все ему... все время его жалели в том, что ну как вы вообще терпите-то ее, это вот ужасно. А он говорит, да вы не понимаете, она очень хороший, красивый человек, я ее просто люблю. То есть со стороны можно было посмотреть, что ее строгость, там, сварливость — это недовольство жизнью. На самом деле это было не так. Тут ведь очень сложно определять какие-то грановые счастья, вот, грановые радости и удовольствия. Ну, точно счастье не измеряется размером шубохранилища. То есть я вот как-то тоже в интернете читала, там пишет парень, вот сейчас смотрю на араба на вот шикарном там Майбахе, и у него лицо такое же мрачное, как у меня, когда я в 6 утра еду в метро на работу. То есть счастье, говорит, в чем-то другом, очевидно. Ну, читаем книгу «Экклесиаст», например, и видим глубоко несчастного, разочаровавшегося во всем человека, который говорит, что я всего добился, у меня все есть. Ну, это все какая-то ерунда. Я не могу нащупать. Суета и томление духа. Это пустота какая-то, это сплошное мучение какое-то. Вот, ну, нет в этом того, чего я ищу. Куда он даже советует в конце книги, ну, радуйся, юноша, в юности своей, да? Ну, пока можешь радоваться, радуйся, но знай, в 12 часов твоя карета превратится в тыкву. Практически так он и говорит, да. Ну, кстати, он говорит не только о физических каких-то вещах. Интеллектуальных. Он говорит даже то, что мудрость я приобрел. И вроде это хорошо, и это хорошо, мудрость лучше, чем глупость. Но вообще, я так вот посмотрел, и глупый, и мудрый все умирают, так что и это тоже... Конец их одинаков. Суета, да. У нас есть звонок. Минутка позитива. Да, у нас звоночек есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьте, пожалуйста. А, здравствуйте, это Дмитрий. Да, я хотел сказать тоже на тему. Ну, вот смотрите, по-моему, вот как говорится, что Христос и свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Отсюда у каждого человека, грядущего, у каждого человека есть ощущение вот воспоминания о рае, о субботе, да, когда не было зла и не было несчастья. И, соответственно, люди, как Адам и Ева, своими силами пытаются восполнить эту нехватку и покрыться вот как бы фиговым листом. И это вот, по-моему, что сказано Лаодикийской церкви в Откровении, что ты говоришь, что ты богат и ни в чем не имеешь нужды, но не знаешь, что ты наг, нищий, слеп. Там все стоят двери и стучу. И есть псалом царя Давида о том же, что, Господи, ты даешь мне больше радости, чем когда их хранилища переполнены, да? То есть он уже говорит о блаженстве. И в Евангелии смысле, вот у святого Григория, тоже богослова Григория, знаете, там есть такая мысль, что вот земное счастье, оно как течение реки там весной, оно изменчивое, и на него нельзя положиться, но нам, Господом, дано чувство сердечной правоты. Да, оно не есть земное счастье, но оно есть залог этого блаженства, и вот его надо как бы держаться. Какая прекрасная фраза про чувство сердечной правоты. Спасибо, Дмитрий. Ну, в общем, поддерживает нас, да, Дмитрий. Я тоже о том, что солидарен во всем. Совсем не в чувственных, смотри, не в материальных, это очевидно для всех. И не в чувственных удовольствиях счастья тоже. И даже не в интеллектуальном удовольствии тоже счастье. То есть совсем оно куда-то у нас сейчас сквозь пальцы вытечет, и рука сухая останется. Где же оно, часто говорят, что счастье в постоянном поиске. Да, вот, ну, если ты, например, там, живешь какой-то идеей,
И вот ты счастлив, потому что ты идешь к этой идее. Когда ты достигаешь ее, вроде как бы и все. И, а что дальше-то? Да? К Марии Шенбах, если вернуться, вот по сути она говорит, что счастье и дисциплина, порядок в жизни, они связаны. Если ты просто течешь, как течешь, и получаешь удовольствие отовсюду, откуда можешь, ты так вот и будешь бегать за ними, а к счастью не придешь. А если ты умеешь отказываться целенаправленно от удовольствия, что, кстати, нелегко, потому что мозг наш любит сладенькие гармончики и любит получать удовольствие. Когда ты отказываешься, тогда ты можешь к этому счастью прийти. Как связано самодисциплина и счастье? Почему? У нас вообще в какое-то аскетическое русло ушла наша беседа. Я все время ее пытаюсь вернуть. У тебя твои бусы, они вообще как яркое прекрасное пятно в нашем разговоре. Счастье. Посмотрите видеотрансляцию, какие прекрасные фруктовые бусы у Дарьи. Я чувствую, что мы склоняемся к такому нравоучению. Давайте а сейчас закопаемся по горло в землю, как ты говорил. А это все, между прочим, это все не мы, это Мария Шенбах. Откажемся от земного, чтобы стяжать, значит, счастье на небесах. Я всегда вот этот пафос снижаю, я говорю, да ну ешьте печеньки. Ну вот абсолютно верно, наслаждайся, пока можешь. К сожалению, ресурс, ну вот счастье от материальных объектов для человека ограничен, так уж мы устроены. Не то чтобы вот ты стал христианином и, значит, все, откажись от всех земных удовольствий. Нет, ты стал христианином, и ты понял, что земные удовольствия, которые тебе не приносили удовлетворения на самом деле, это еще не все, что человек... Так уж получилось, что устроен совершенно по-другому. То есть если какой-нибудь хаски, который любит километражи бегать по снегу, запереть в шикарной комнате с золотым унитазом, она все равно там не будет счастлива. Точно так же, как и человек. Я считаю, безусловно, есть простые радости жизни, которыми все мы можем наслаждаться. И при том, если оставить только их, то мы не будем чувствовать какого-то удовлетворения, мы не будем чувствовать счастья. В конце концов, человек, которому открыты все возможности, он все равно скажет, что все тлен, все суета-сует. Вот я иногда читаю какие-то в интернете интересные интервью, и вот интервью, помню, девочки супербогатых родителей, которая училась в Англии, и вот она рассказывает, как тяжело быть ребенком богатых родителей. Mm-hmm. Понимаете, кто-то думает, вот я там хочу много денег, крутую машину, учиться в колледже в Англии, но вот человек дает интервью, и понятно, что он абсолютно не счастлив при всех, при этих данных. Я думаю, Игорь Сечин мог бы тоже написать книгу «Как тяжело быть главой Роснефти» и другом президента. Как вообще это все сложно? Да, безусловно. Ну, такой комплекс принципа. Как вообще тяжело 2 миллиона в день зарабатывать? Я вообще не завидую этим людям. У них гораздо больше нервов, чем у нас. Серьезно. Угу. Вообще. То есть ты говоришь о некой неполноценности человека без Бога. То есть даже если все у тебя есть, золотой унитаз, все равно тебе надо побегать 2 километра, как хаски. Безусловно. Все равно ты приводишь к аскезе, да? К аскезе, но не к аскезе ради аскезы. Вот, откажись от себя, надень на себя, значит, лицо кирпичом и ходи такой, демонстрируй. Рубище, голова в пепле и все, как все земное бессмысленно, как все земное тленно, и, значит, твое сокровище только на небесах будет. Да нет, надо, не знаю, радоваться жизни, радоваться людям, не знаю, нюхать цветочки, есть как и клетчики. Абсолютно верно, да. Он очень подчеркивал красоту жизни. Вот ты прям с языка снял. Ну, как бы христианская радость — это в том числе радость тому, что Бог сотворил. И здесь, на земле, творил ли Бог пирожки? Вот вопрос, который беспокоит многих людей, эклерчики особенно, потому что, мне кажется, Мария Шенбах, она о том, что если ты очень много эклерчиков будешь есть, у тебя животик заболит, в конце концов. Ну, да, а если это в продолжительном времени, то как бы вес увеличится очень сильно. Пойти, что ли, с птичками пообщаться, не знаю. Поэтому, то есть, эклерчик — это хорошо само по себе, но просто когда эклерчик становится твоим единственным видом пищи, животик у тебя будет болеть. Да, так ты несчастнее всех человек. Представляешь, вот человек, для которого эклерчик — вожделенное что-то, да? И вот это был, я не знаю, смотрели, не смотрели, замечательный яроваш про то, как ребята поспорили, сколько можно ли съесть там
50 эклеров, что ли, 20 эклеров. Ну, коробку эклеров. Да, коробку эклеров он скушал, да, уже ты последний там заталкивал, и тут мама приходит, говорит, а я вам вкусненько принесла, и коробочку эклеров принесла. Ну да, то есть удовольствие от эклеров, оно очень такое мимолетное, к сожалению, очень мимолетное. То есть удовольствие можно от них получить, только ограничивая их. Я придумал, как мы назовем передачу. Мимолетное удовольствие от эклеров. Вот, и вопрос возникает в том, что когда оно заканчивается, а вот это чувство пустоты остается. И так уж получается, что ну, мы запрограммированы не только на то, чтобы потреблять, ну, в том числе эклерчики, а скорее на то, чтобы создавать, менять, чтобы действовать. И здесь важно не страдание ради страдания, не самоограничение ради самоограничения, а действительное счастье приносит самоограничение, ну, ради какой-то цели, которая тебя действительно вдохновляет, зажигает. И вот когда ты к этой цели идешь, ну, именно этот путь, именно это движение способно дать вот тебе это ощущение счастья. Если ты что-то созидаешь, если ты к чему-то идешь, вот так, вот тут можно уже это начинать нащупывать что-то. То есть счастье — это исключение. Почему исключение? То есть это не правило. Это... Когда он становится правилом, вот пропадает новизна и состояние счастья. Вообще никаких правил нет. Нету? Тут нет рецептов, наверное, мне так кажется. Публий Сир, древнеримский поэт, включается в нашу беседу. Можно так, знаешь, писать звоночек такой, если бы можно было. И мы бы его включили. Его на латыни бы понял? Или он через переводчик? Нет, он так вот на чистом русском через, современном через говорит. Через Google Translate. Счастлив не тот, кто таким кому-то кажется, а тот, кто таким себя чувствует. Как ты и сказал, даже зачастую люди ориентируются на других. То есть если у кого-то много каких-то демонстративных проявлений успеха, то он считается счастливым априори, ему хочется подражать. А что если богатые тоже плачут? Кстати, мысль для бедных очень приятная. Почему был сериал так популярен «Богатые тоже плачут»? Потому что да, 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 они плачут, тоже плачут. Гады. Пусть плачут, хочу посмотреть, как они плачут. Да. Мне кажется, там в другом фишка была, ну ладно. Не важно. Ну, в плане вот богатства и бедности мы, кстати, как-то очень много на этом заостряем внимание, но на мой взгляд... Потому что расслояется, все сильное расслоение, вот это богатые богатеют, бедные беднеют, ну куда без этого? Мне кажется просто, что все мы призваны что-то в жизни менять, и богатые люди, у которых огромная возможность потреблять, и которые идут по этому вот пути потребления... и чувствуют себя несчастными. На самом деле у них же есть и огромная возможность что-то в мире менять. И они, не используя эту возможность, попадают, вот, обретают не ощущение счастья, а вот это ощущение того, что что-то не то, что-то не так, я иду не туда. На них, мне тоже кажется, лежит какая-то большая ответственность. И если у тебя там больше возможностей, больше денег, и ты, ну, не знаю, больше можешь сделать в мире, то это тоже огромная возможность. Это, ну, не знаю, то есть для меня богатство не повод для какой-то зависти. Для меня богатство, ну, не знаю, я смотрю на богатых людей и думаю, какая все-таки на них ответственность, и насколько вот они могут, ну, не знаю, оступиться, и насколько могут стать несчастными вот в этом богатстве, вот в этом потреблении. И насколько же они, ну, могут многое сделать, если пойдут по пути правильному. И при этом могут не сделать, поэтому перед ними очень страшный выбор. Да, и сложный выбор очень. Да, я думаю вот как раз об этом, как о какой-то очень большой ответственности. Как богатый юноша к Иисусу подошел, да, и такой выпендрился, типа, да я все это исполняю вообще. О чем ты говоришь? Ну, он Иисус стремился, такой, окей, он искренне. Окей, хорошо, человек, ты все стремился. Это исполняешь. Тогда давай проверим тебя. Как насчет того, чтобы все твое богатство продать, да, и раздать нищим? От вожделенного. А-оу. Угу. Вот это сложно оказалось. И тут Иисус говорит, вот смотрите, трудно богатому войти в Царство Небесное, потому что это, ну, тяжелый путь тоже. И сразу стало понятно, что не ты владеешь богатством, а богатство владеет тобой. На самом деле имение, да, владело этим молодым человеком, а не он им. Ну, про Инстаграм мы говорили тоже, про демонстративные проявления счастья. Почему об этом так много говорим сейчас? Потому что чем больше соцсети входят в жизнь человека и становятся их естественной частью, тем больше мы следим за жизнью других людей. То есть если раньше мы просто там на соседа могли посмотреть, то сейчас мы можем узнать, куда этот сосед ездит, какие он вещи одевает, что он ест, и смотрите... И причем он... в отфильтрованном соседом виде. Конечно. А не просто из окна посмотреть. Да, да, да. Фильтр, даже графический фильтр, какой все яркое, какое все сочное.
какое все красивое, там, 10 кадров сделал из салата, выбрал самый лучший кадр салата, там, отретушировал его и поставил. Вот, вот моя жизнь, она вот должна выглядеть вот так. Все окружающие посмотрели, сказали, да, клевый салат, а у меня не такой. Вот не, ну даже исследования проводили, что вот такое сидение в соцсетях, оно очень сильно уровень тревожности у людей повышает, потому что они начинают быть очень неуверенными в себе, глядя на эти отретушированные салаты, там отфотошопленные бедра и талии и прочее. Ну, я, кстати, под салатом именно это подразумевал. Как себя чувствовать счастливым, если внешние проявления вроде как ни при чем, как мы говорим? Да что же тогда значит вот это ощущение счастья? Что оно значит? Как его нащупать, поймать? Что это? Это гармония, о которой восточные какие-то философы говорят. Что, да, вот как камешек на камешек они ставят, вот он стоит, вот оно в гармонии, и вот оно, счастье. Или что это? Давай рецепт в органике какой-то. Вот для меня, ты знаешь, это не некая вот эта вот гармония, которая в идеале смыкается с небытием. Для меня христианское счастье, я не знаю, оно очень неспокойное. Для меня христианское счастье, оно такое очень, ну, странное, суетное, может быть, отчасти. То есть Христос, вот это очень такой неспокойный Бог. Вот он спускается, он страдает за нас, он живет человеческой жизнью для того, чтобы нас спасти. Вот это для меня это модель. И вот часто говорят, что христианин должен нести свой крест, опять же, в том плане, что крест — это обязательно вот страдание, самоограничение. Но для меня это другое. Крест — это, ну, некая твоя цель, нечто, что ты приносишь людям, приносишь в мир, нечто, чем ты спасаешь, чем ты помогаешь, чем ты проявляешь свою любовь. Но наш мир устроен так, к сожалению, что проявление любви к людям, оно связано с большими проблемами в твоей жизни. И к этому надо быть готовым, что на пути любви, на пути спасения ты сталкиваешься с огромным противодействием окружающего мира. И в Евангелии честно сказано, что мир будет вас ненавидеть. То есть это к вопросу о том, что христианское счастье, оно очень сильно отличается от вот этого вот мирного, спокойного и гармоничного счастья восточных религий. Вот это вот счастье, которое, ну, для меня состоит, ну, сложно сформулировать в чем, но в неком все-таки в действии, в изменении мира, в помощи, в реализации любви, в уменьшении количества зла, в увеличении количества добра. То есть оно, ну, оно не сводится к этой вот спокойной и статичной гармонии. Это, ну, всегда борьба. Там гармония как недеяние, то есть ты лучше ничего не делаешь, чтобы худого не вышло ничего. И чем меньше ты делаешь и думаешь, и вообще чем меньше ты существуешь, тем это на самом деле лучше. А в христианстве у каждого человека, как я понимаю, есть миссия вообще определенная. И когда ты соответствуешь этой миссии, когда ты исполняешь свое предназначение, ты приближаешься к этому ощущению счастья. Не, я все время вспоминаю, Христос сказал, что возьмите бремя мое на себя, да? Но бремя мое не тяжкое. Да. В этом уникальность. Я давеча подумал, с женой пересматривая вот в пасхальную светлую месяц, пересматриваем фильм о Христе, и я вдруг задумался, жена моя вообще сказала, говорит, слушай, а я задумывалась, мы сейчас, нам с тобой там по 43 года, да? Я смотрю на Христа, был молодой человек, 33 года, вот, и он, ну, нес бремя всего мира на своих плечах. Я задумался еще об одной вещи. Я подумал о тех людях, которые встречались с Христом, и эта встреча их изменила. Например, Закхей. Мы, ну, читаем про это дерево, как он вошел, ныне пришло спасение дому всему, да, Христос говорит. И практически мало что знаем там от Захея. Что произошло с Захеем дальше? Как вот его жизнь изменилась? Знаем о нем, например, что там Соломия, его жена, была вот вместе с женами мироносицами. Да? То есть это меняло настолько жизнь, что вот все те приоритеты и ценности, которые были, человек отказывался и был счастлив в этом. Тем, чем жил. Вот это то самое иго, которое не тяжко. Потому что это, вот это как раз происходит, когда встречаешься с Христом, и он что-то такое дарует, что становится неважным все остальное. Мне так кажется. Ну, опять же, да, многие думают, что
быть христианином – это максимально демонстрировать, насколько тяжко твое бремя, насколько неподъемен твой крест. Но, на мой взгляд, совершенно верно, что бремя Христа легко. То есть оно сталкивает с твоих плеч кучу других, гораздо более тяжелых бремен. То есть я не зря эту фразу даже в книжке цитирую про вот, «бремя мое легко». То есть очень часто люди думают, что счастье — это вот поменьше отсвечивать, да, поменьше на себя брать ответственности. Не высовывайся, значит, короче. Не высовываться, значит, и от людей подальше, да, значит, и о себе всего поближе нахапать. И вот не получается, не работает, к сожалению, такая схема. Не работает. Тяжесть бремени Христова, она же в борьбе с пороком, но вместе с тем сам порок, он гораздо больше тяжести человеку дает. Да, да. Зависимость от порока — это гораздо хуже, чем борьба с Божьей помощью с пороком. Пресловутая свобода, она становится бременем. Угу. Вот ты понимаешь, что свободы нет, и это тяжкое бремя нести, о том, что осознание, что ты вроде как бы свободен, но ты зависишь от тех вещей, которые считал свободой. Я вспомнился цитата из песни альтернативной метал-группы «Седьмая раса». «Свободы нет, система права, твоя доброта не доживет до утра». Это прям... Да, это типа на уровне Летова для меня вообще крутая группа была. А, Далай-лама, раз уж мы про восточных учителей заговорили, Далай-лама 14-й. «Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то Он ведет тебя самой трудной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает», убежден Далай-лама. Почему он так считает? Почему путь к счастью — это обязательно путь через испытания, через терник к звездам, как мы знаем? Ну, классика жанра. Почему нельзя вот так вот сразу раз и счастье? Я всегда пытаюсь на такие эзотерические темы не рассуждать. Я просто знаю на практике, что это работает. Все-таки бывает. И Далай-лама не прав. Что бывает? Бывает счастье, вот так вот и все. Да, бывает счастье. Так и сяк. По-разному Бог дает счастье. Ну, так получается по жизни, что не дается оно, вот как, знаете, там, вот, свалилось с неба, и все. Вот, и счастлив и навсегда. Да нет, все-таки, на мой взгляд, оно действительно дается на каком-то трудном пути борьбы с собой. С той твоей половиной, которая тебя делает несчастным. А она в нас очень сильна. Очень сильна. Все по-настоящему ценно и чего-то стоит, да? Да. Ну, если ты долго-долго писал книгу, например, и она у тебя в Варде, как мы сегодня говорили, взяла и сгорела. Ну, в смысле, с компьютером, да. И, ну, файлик просто глюкнул, кодировка полетела, там все крикозябрами стало. Это тебе тяжело, потому что это для тебя ценно было, ты много труда в это вложил. Вот. А если это был просто файлик, который тебе скинули, ну и да и ладно, ну и пусть. Он мне вообще никак не достался. Ну, есть очень много же и сказочных сюжетов, связанных с тем, что человек, который получает, ну, не знаю, какой-нибудь волшебный горшочек или какой-нибудь волшебный предмет, внезапное богатство, употребляет их так, что делает себе гораздо хуже. Хотя... Горшочек не вари, да? Да-да-да. Хотя вроде бы, да, там, три желания, все, что хочешь, загадывай, там, и волшебный горшочек, и все, что хочешь. Но в итоге человек думает, что зачем мне был этот подарок. А помните, да, про антилоп, который ножками... Золотом. Золотой копытце. Пощади, довольно, кричит дяденька злобный, алчный, который очень хотел золота. И утонул он в золоте. И все в черепках, все это. Я просто вспомнил момент очень интересный, что когда Володарский рассказывал, известный переводчик, вот этот самый гнусавый. Вот этот вот переводчик. Вот этот. И он давай тогда его голос рассказывай. Нет, я не умею. Долго притворяться другим счастливым человеком не могу. И он рассказывал, что как-то очень хотел в детстве джинсы, ну, в то время там вообще очень сложно. Ну, можно было советские джинсы купить, там, и вот они такие развалившиеся. А он хотел Levi's такие джинсы. В которых можно лет 50 ходить. Да, и отец сказал: окей, без проблем, вот тебе сумма, там, дал мне 20 рублей, все остальное ты должен заработать сам. И он говорит, я все вот лето зарабатывал, в общем, заработал, купил эти джинсы. Он говорит, был абсолютно счастливым человеком, но надел я их 3 раза, я их очень берег. Вот простой рецепт счастья.
Ладно, с восточными философами, с Далай-ламой, все с ним понятно. А что христианство дает для простого человеческого русского и, возможно, даже женского счастья даже? И дает ли вообще что-нибудь? И вообще должно ли знакомство с Богом давать человеку ощущение счастья или нет? Ну, ты в своей книге об этом много рассуждаешь, да, расскажи. Да, я говорю, я такой коварный пропагандист, мне иногда в отзывах это пишут. Да, я даже признаюсь и не скрываю это совершенно. Для меня христианство было рецептом счастья своего рода. А я помню, я очень долго искала этот рецепт, читала какие-то дурацкие книжки, там в том числе эзотерические. Вот, но на какой-то в книжке с очередным бредом я просто сломалась и поняла, что не, в этой, короче, в этой попсе бесполезно искать. Ну, надо большое самообладание иметь, чтобы читать эзотерическую литературу, на мой взгляд. Да, а вот и в один прекрасный момент я подумала, а может быть попробовать вот это странное средневековое замшелое христианство? Ну, и была вот же мысль, ну, недаром же все-таки так много людей этим увлекаются. И вот оно сработало, сработало. И поэтому я этим рецептом делюсь. Опять же, я никому не говорю, что да нет, это универсальный рецепт, только его, хотя думаю про себя это, конечно. Вот. Я просто делюсь своим опытом. На мой взгляд, счастье — это не такая простая вещь. И любой опыт человека на этом пути, он важен. И для меня христианство стало некой вот такой формулой счастья. Да, одновременно и путем самоограничения, изменения моей жизни до, которая мне казалась свободной. Но, тем не менее, вот эти ограничения, которых люди так боятся, значит, ой, чур меня, это страшно христианство, все радости из жизни выпьет. Вот эти ограничения, они оказались необходимыми для того, чтобы моя жизнь, не знаю, как раз стала полнее, лучше, счастливее. Ну, это вот твой личный опыт, правильно? Да. Ты, получается, в книге его навязываешь всем остальным. А что, если для кого-то христианство станет просто полным разрушением его жизни? И я, кстати, знаю таких людей. И именно поэтому мне кажется, что надо очень осторожно об этих вещах говорить. То есть есть люди, которые... А вот этим, вот эту вот формулу счастья от христианства готовы собеседнику в глотку запихать. Надо все время подчеркивать, что это у меня вот так вот было, да, наверное? Да, нет, я поэтому стараюсь всегда к этому подходить осторожно. То есть дают какие-то формулы, вот, типа, вычитывай утренне-вечернее правило, вот тогда ты станешь настоящим христианином. И там, или там поставь 10 свечек, и вот тогда ты станешь. Читай, читай Библию 4,5 часа в день, и вот тогда ты будешь настоящим христианином. Молись по 2 часа на коленях. И да, человек начинает выполнять, ну, по сути, эти некие магические действия, отвлекается, собственно, от самого важного, от своего внутреннего мира, от своего внутреннего состояния, реальных своих проблем. А на мой взгляд, христианство — это именно формула, инструмент для анализа своих вот самых настоящих душевных проблем, а не некие мистические пассы, будь то ставление свечек или там чтение Библии наизусть. И на этом пути нужно быть осторожным. Я всегда об этом говорю. Можно, опять же, к вопросу о том, что покаяние — это не конец пути, это начало очень долгого, трудного пути. И я всегда говорю, что христианство — это не то, что ты выключил мозг, рефлексию, критику. Всегда ко всему нужно подходить осторожно, обдумывать и очень осторожными шажками с молитвой по этому пути двигаться. А вот думать, что ты вот прямо сейчас сразу спасен, и это спасение кругом запихивать, оно часто приводит к тому, что человек, вчерашний такой яростный проповедник, например, просто уходит от церкви и в конце концов и от христианства отходит. Ну, вообще, мне кажется, вот эта старая проповедь про то, что приди к Богу и решат все твои проблемы, это обман. Самый натуральный. Евангелие, например, учит о том, что мы читаем в Евангелии о том, что как только ты уверуешь, у тебя проблемы начинаются. Это же, слушай, это же Гербалайф какой-то. То есть, да, ну, у тебя, во-первых, отвернутся, у тебя будут проблемы с твоими близкими в семье. Да, во-первых, вот. Прежде всего. Во-вторых, да, тебя мир возненавидит. В-третьих, у тебя куча будет проблем, когда твой образ жизни, новый образ жизни, он будет
противоречит, противоречит нормальному. Да, противоречит условно нормальному образу жизни. Когда ты не захочешь, например, быть, ну, разделять языческую трапезу, например, да, и так далее. Там, ну, да. Имеется в виду так, метафора такая. Вот, ну, когда ты сам с собой даже потеряешь мир зачастую, потому что Павел, ну, говорит, что да, вот что хочу, что того не могу, делаю, да, да. Та, чего не хочу, то делаю. То есть постоянно какая-то внутренняя борьба. Проблем будет много, но тем не менее. Все равно. Как-то, да, странно. Но все мы понимаем, что это что-то правильное. Это что-то, к чему мы пришли, и это изменило к лучшему. Несмотря на то, что появились все эти проблемы, все равно стало лучше. Но при этом Павел уже и говорит о том, что я все готов... всем этим готов пожертвовать ради приобретения Христа. Более того, он даже... считает, что он готов отказаться от личного спасения, чтобы это спасение приобрели другие. Сосредоточенность на семье, которая, в принципе, в основе такого условно-человеческого счастья, переворачивается в то время, когда мы приходим, в общем-то, к сознанию важности наших взаимоотношений с Богом. И у меня тут контакт открыт, и знаете, там контекстная реклама сбоку появляется. Вот мне, видимо, как мужчине часто такая реклама: общайся с девушками легко или знакомься с девушками. Вот я думаю, просто к вопросу об удовольствиях и счастье постоянно пропихивается вот что-то вот такое самое банальное, на самом низком уровне. Да, простые формулы. Как быть счастливым? О, у тебя много девушек будет, ты будешь счастливым. Нет, контакт. А если, значит, 10 девушек счастья не принесло, то 11, а 20 это уж наверняка. Вот, ну, там это биткоины надо покупать, как бы, да, зарабатывать деньги. Сейчас в моде два тренда. И вот, мне кажется, наверное, из-за того, что я видела эту формулу, что сатана всегда шепчет: ты не догрешил. Надо догрешить, и вот тогда вот будет нормально. Ну, за поворотом. Да, и многие люди пытаются, ну вот догрешить все-таки, чтобы вот получить это вот самое счастье. И там еще, и не получается. Еще глубже. Это как болото, вот ты говорила. Да. В нем, если барахтаться сильно, ты еще глубже увязаешь в нем. Ну, то же самое. Новый Завет, да, есть замечательные слова, что они начали грешить ненасытимостью, да? То есть вот там предела-то нету. То есть предел поиска тех самых удовольствий, их нету. И ты никогда не дойдешь до предела, ты будешь все увязать все глубже и глубже. Вот Иоанна Златоуст, ты уж вспомянула, так тогда мы его процитируем. Случилось хорошее, благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось плохое, благословляй Бога, и плохое прекратится. Слава Богу за все. Такая светлая страничка от Иоанна Златоуста. В любом случае, будь благодарным Богу. Кстати, это важный момент. Мне кажется, во многом вот наше ощущение несчастья, неудовлетворенности, оно связано с нашим представлением о том, что мы самые добрые, самые лучшие, мы-то достойны самых прекрасных жизненных обстоятельств. И тем больше нас разочаровывают, тем больше нас травмируют. Становление с реальностью. Да, какие-то проблемы. А когда ты чувствуешь, ну, насколько ты сам далек от идеала, и что сам по себе-то ты не заслуживаешь каких-то особых жизненных радостей, то любые проблемы тебе становятся воспринимать проще, и любые радости ты с гораздо большей благодарностью принимаешь. Вообще считается в мире, что быть довольным — это уже значит остановиться в развитии, быть слабым, тупым, вялым, да. А быть недовольным — это значит бороться за лучшее, продвигаться вперед. А Писание нам говорит, что нужно научиться быть довольным тем, что у тебя есть. Ну, мой наставник все время мне говорит, когда я начинаю ему жаловаться на жизнь свою сложную, он говорит: ну, а за что ты благодаришь Бога конкретно? Я начинаю перечислять, там, за семью, там, он говорит: ну, это каждый день можно благодарить Бога, там, за семью, там, за церковь, не знаю, там, за детей, за жену. Он говорит: а ты благодаришь Бога за то, что ты испытываешь, ну, неприятные ощущения, что неприятно тебе, за, в конце концов, свои плохие свойства характера, которые показывают тебе благодать Божью. Мне кажется, благодарность, рожденная, ну, благодарность, рожденная из комфорта, она теряет силу. Когда благодарность рождается из некомфорта, из-за того, что ты ощущаешь не такого в себе, она гораздо более осознанная получается, и ты видишь, что во многом ты действительно счастливый человек. Мы, кстати, общались как-то в прямом эфире с Натальей Герасимовой, миссионером,
таким экстремальным миссионером в Африке. У тебя, Игорь, не было, да? Да-да-да, я присутствовал духом, слушал внимательно, даже вопросы задавал. И мы в конце пришли к выводу, что зачастую присутствие Божье ощущается больше всего в самой некомфортной и страшной ситуации, потому что у нее не раз было, когда ей угрожали жизни за то, что она вот такая вот там святая якобы проповедует. Она говорит, что в эти моменты она чувствовала, вот Иисус прямо вот рядом. И она была настолько переполнена Святым Духом, благодарностью за все, что происходит, что это в человеческий ум никак не укладывается. Ну, кстати, я тут опять, как всегда, про ложные интерпретации, что многие говорят, боженька тебе посылает проблемы для того, чтобы ты вот к нему приблизился. А мне вот эта интерпретация никогда не нравится. Я говорю, боженька, нет, не посылает. Но тогда, когда у тебя возникают проблемы, он приходит, и он действительно становится к тебе ближе для того, чтобы тебя утешить, для того, чтобы тебя вытащить. Цитата. Освальд Чемберс, известный проповедник XIX века, уверовавший через проповедь Чарльза Спержена, известного тоже проповедника XIX века, сказал, Бог вынужден допускать в нашей жизни проблемы, потому что, когда нам хорошо, у нас есть свойство забывать о нем. То есть, как бы, мне кажется, что как раз сложнее быть благодарным в комфорте. Гораздо сложнее. Невероятно сложно. Потому что, а что благодарить, когда у тебя все хорошо? Я вроде бы и сам. Опять же, мы вспоминали миллионеров, даже имена кое-какие называли. А что им благодарны-то быть? Это мои деньги. Угу. Они меня полностью обеспечивают. Вот моя охрана. Вот у меня все вопросы решаются моими ассистентами. У меня вообще нет особо-то трудностей. Кстати, вот это очень интересный момент, что часто действительно успешные люди, пока они успешны, им очень легко объяснять успех. Это же я. За что мне благодарить Бога? Угу. Я помню, я смотрела фильмы, там был такой момент, вот семейный ужин, и начинает жена и дети молиться. А муж начинает ругаться, типа, за что вы благодарите Бога, это я вам купил эту еду, этот ужас, мне молитесь, меня благодарите. Но когда случается в жизни человека проблема, вдруг эта картина мира у него в голове начинает давать трещину. А получается, что и в этих проблемах виноват он. И вот эта эйфория о том, что он крутой мужик, сменяется огромным чувством вины за то, что он все это не удержал. Последняя цитата, безымянная на сегодня. Не нашел, кто сказал. Чем больше ты будешь стремиться в небеса, тем меньше тебе будет нравиться этот мир. Ну, тут можно тоже только присоединиться. Про счастье тоже. Не успеваем мы все прочитать. Но вот Матфея, 5 глава, блажен, девятикратный блажен. Друзья, почитайте сами. Там вот все перечисляются, все блаженные. 5 глава с 3 стиха. Нищий духом. Да, плачущие, кроткие, алчущие, милостивые, чистые сердце, миротворцы, изгнанные за правду, блаженные, когда будут вообще гнать вас и всячески неправедно злословить. И вот в конце этого радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. То есть все некомфортные и противные вещи, которые не вызывают нисколько удовольствий и совершенно противоречащие установкам этому миру, вот это, говорит, и есть счастье. Конец 5 главы совершенно невероятный. Итак, будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. Время наше подошло к концу. Спасибо, Даша, что была сегодня с нами. И, друзья, до встречи на следующей неделе. Спасибо. Спасибо.